Здравствуйте, дорогие друзья. И вот мы добрались из города Саранды, с самого юга Албании. Сюда на север, под Тирану, город Дурес. Курорт отличается тем, что имеет огромную широкую пляжную полосу, песчаную. Входы везде пологие, как на вашем любимом Азовском море. Море богато йодом, а песок богат разными минералами. В принципе, здесь детям очень полезно находиться. И многие привозят сюда деток оздоравливать на 21 день и более. Мы здесь изучаем два объекта размещения. Алер Групп, первый Алер Отель 3 звезды. И второй Алер Апартаменты для тех, кто любит жить самостоятельно и отдельно. Оставайтесь с нами, следите за нашим репортажем. Ну что ж, осмотрим номер отеля Алер 3 звезды Дурес. Отель, напоминаю еще раз, стоит на первой линии. Всего номеров 15. Из них 2 двухместных, 2 четырехместных на первом этаже. И все остальные номера 2 плюс дополнительная кровать. Дополнительная кровать не раскладушка, а матрас на стационарном подиуме. Как и везде в отеле Алер есть тапочки, банные принадлежности, мини-бар, кондиционер, телевизор, чайник для приготовления чая и кофе, две чашечки, шкаф, собственно, все. И балкон с фронтальным видом на море. Пойдем посмотрим. Вот так сегодня обед. Солнышко стоит в зените. Комната в тени. Прохладненько, можно отдохнуть после утреннего купания, обильного обеда, где вы можете пообедать именно вот здесь. Внизу у нас находится ресторан. Открытая терраса, одна, вторая. Бар. Ну, работают допоздна, до 12 ночи. И вот такая панорама на город Дурес, на пляж. Вечером рыбаки прямо здесь ловят сетью рыбу, вытягивают, можно подойти, поторговаться, купить, попросить, чтобы вам ее приготовили в отеле. Также в отеле есть правила, по которым вы можете приобретать фрукты, если хотите, инжир, арбузы. Пожалуйста, заносите их сразу, отдаете персоналу, они их вам моют и по желанию подготовят, нарежут вам. Можете посидеть на террасе, покушать. В номерах кушать нежелательно, это не гигиенично. И, собственно, тарелок и ножей здесь для этих целей нет. Хотел бы еще напомнить, что в отеле есть Wi-Fi отличного качества, очень скоростной. Персонал русскоязычный, что на ресепшн, что в ресторане. Это отличительная черта сети Алер отелей везде, по всему побережью. Вот, интернет, в принципе, настолько хороший, он бесплатный, что мы сегодня выходили даже утром на связь с нашей студией в Киеве. Дорогие друзья, обозреваем для вас меню отеля Алер, ресторан Алер, прямо здесь на первой береговой линии. Итак, поехали. Порция мидий, ну, я так понимаю, на двоих, на троих, наверное, всего 400 лек. Суп рыбный, вот он здесь так выглядит, с креветками, с кусочками красной рыбы, 400 лек. Салат, руккола, помидоры с пармезаном, 350 лек. И ризотто с морепродуктами, блюдо довольно большого размера, 700 лек. Приятного аппетита! Приехали из Киева. Вы первый раз в Албании или уже бывали здесь? Несколько раз бывали. Как вам нравится здесь, в Дуресе? Нам нравится, что тут море большое и можно купаться, когда захочешь. Слушайте, как вам в отеле живется? Жарко, холодно? Нормально все, очень хорошо. Что обычно вам дают на завтрак? Вкусно ли здесь кормят? Да, там мы не заказываем, там выдают еду, ты берешь тарелку и можешь выбирать все, что тебе по душе угодно. Тут фрукты выдают всегда, когда ты захочешь. То есть тебе захотелось покушать фрукты, приходит официант, и ты ему просто говоришь, пожалуйста, фрукты. Он тебе выдает тарелку, и всегда, всегда тарелка разная, то есть другие разные формы. Иногда бывает в виде пальмы, иногда бывает в виде приятного тортика, вот разный. Приезжайте в Албанию, тут очень вкусная еда, разные развлечения и можно развлекаться целый день. Так.
такой небольшой обзор, но нам кажется очень емкий по курорту Дурес. Не знаю, рекомендуем вам его от всего сердца. Отдыхайте, изучайте прекрасную страну, заводите новых друзей. Привет. Привет. Тем более, что они говорят на русском здесь. Пейте прекрасное белое вино, наслаждайтесь солнцем, Адриатическим морем, прекрасными блюдами албанской, итальянской кухни. Радуйтесь. Всего вам хорошего. С вами были Павел Беляк и Владимир Мартыненко. Подписывайтесь на канал Бомбарбия ТВ.